Вы начали замечать, что с возрастом восстанавливаетесь между упражнениями все медленнее, а вашей выносливости уже не хватает на такие продолжительные эффективные тренировки, что и раньше. Это верный признак снижения концентрации коэнзим Q10 в организме, происходящий по мере старения организма. Этот элемент играет огромную роль в восстановительных и целом ряде других процессах человеческого тела. Поэтому, если вы испытываете дефицит Q10, то прогрессировать на тренировках вам будет все сложнее и сложнее. Но с появлением натрол коэнзим Q10 вы вернете своему организму утраченные кондиции молодости и в кратчайшие сроки. В медицинской практике использование коэнзим Q10 уже давно признано эффективным для лечения и профилактики целого ряда таких серьезных заболеваний сердца, как инфаркт миокарда. Но и практикующим атлетам этот элемент приносит не меньшую пользу. Являясь мощнейшим антиоксидантом, Q10 снижает агрессивное воздействие свободных радикалов на мышечные клетки, замедляя и снижая их окисление. Этому разрушительному воздействию они подвергаются тем сильнее, чем продолжительнее и энергичнее происходит ваша тренировка. Скапливаясь в мышечной ткани, токсины самым негативным образом воздействуют на работоспособность мышечной ткани, с каждой последующей секундой все усложняя и усложняя ваш процесс тренинга. Молодой организм гораздо легче справляется с негативным воздействием свободных радикалов, не в последнюю очередь благодаря активному производству коэнзим Q10. Это вещество замедляет образование токсических веществ, не позволяя им быстро скапливаться в мышечных тканях больших объемов. Кроме того, Q10 притупляет чувствительность специальных мышечных рецепторов, реагирующих на присутствие свободных радикалов. Благодаря этому ваши мышцы гораздо дольше не чувствуют усталости и менее подвержены окислению в условиях агрессивной токсичной среды. Но даже если вы являетесь возрастным атлетом, чей организм уже не способен вырабатывать коэнзим Q10 в достаточных объемах, то прием натрол коэнзим Q10 придет вам на помощь, доставляя с каждой порции 50 мг этого ценнейшего вещества. Но полезные функции Q10 в организме не ограничиваются его антиоксидантными способностями. Участие этого элемента в энергообразовании и доставке кислорода к мышцам значительное, поэтому его не стоит недооценивать. Оба этих фактора дополнительным образом усиливают выносливость атлета, особенно на аэробном тренинге. Состав одной капсулы коэнзим Q10 50 мг. Принимать одну капсулу в день во время еды. Интернет-магазин Ersport является официальным партнером и дистрибьютором бренда Natrol на территории Российской Федерации. Вся продукция представлена на нашем сайте, полностью сертифицирована. На страницах нашего сайта вы найдете полноценный уникальный текстовый и видеообзор продуктов Natrol. Не забывайте подписываться на наш видеоканал YouTube и оформлять заявки на страницах Ersport.